Всем хай, с вами Айрон, и сегодня мы будем играть в игру под названием Roblox, в игру Tower Obby. Это вторая часть, со мной сегодня Роман. Всем привет. В принципе, Рома в прошлой серии остановился, я не помню на каком чекпоинте, но вон он, я показываю мышкой. На 175-м остановился. Он, в принципе, дошел до 50%, мы прошли пол Обби. Он тут, нечаянно, да, немножечко тут прошел, что один чекпоинт, ничего страшного. Да я опять не могу пройти. Это... Понимаю. Чекпоинт. Хотя тут проще некуда. Слушай, кстати, а ты в курсе? Ну, не в курсе, а тут, в принципе, чекпоинты повторяются. То есть это же чекпоинт был уже. Да. Вот эти шарики, типа, с тросточкой, они были. Я чуть не взял. Я уже на 12-м этом, типа. О! 12-й этот. Нет, 13-й. Или 12-й. По-моему, 13-й это уже. Или 14-й. Да это вообще я не помню. По-моему, 13-й. Уровень. Ё-мо. А он кислотный, ничего себе! Слушай, мне больше этот уровень по душе, чем прошлый. Поезд. Угу. Да. Понимаю, на два уровня ты просто улетел. Понимаю. Да ё-моё, я не могу пройти 188 уровень. Самый первый, который вообще на этом обе. Да. Я не могу 190 пройти, ну да ладно. Ну да ладно. Тихо, тихо. Опа. Опа, 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 опа. Понял. Так, вперед, так. Я понимаю, 190-й вот почему-то не мог пройти, потому что тут сложно. Я уже 192-й. Угу. Слушай, кстати, с первого чекпоинта уже понятно, что эта платформа будет уже сложная. Да. С первого чекпоинта. Тавью. Понимаю. Я хотя бы один раз должен умереть на этом на всех чекпоинтах. Иди налево. Я и... Понимаю. Ирин. Понимаю. Там было видно, то, что там проход. И такая банка. Да. Я умер. И мы именно попались. Это мы с Ромой. Это мы. 193 уровень. Ура. 194. Слушай, давай 200 уровней уже. Вперед. 195. Будет хорошо, если 200 уровней будет. Ты уже убежал. В принципе, смотри, тут можно... Кстати, на 200 уровень нам трейл сдадут. Скорости. Не скорости, он вообще ничего не дает, это просто будет красота. Да ё-моё, я упал. Понимаешь, мне ничего не дают, да ладно. У тебя все дают. У тебя с каждым уровнем все, не с каждого, там 150. Там просто что зеленое, то и тебе и дают. Ты типа сказал, что на 100 там ты что-то получаешь. 198. Что еще? На виду то, что... ты сказал, что на 100-м уровне ты что-то получил там, а я нет. У тебя какая-то, хвост, понимаешь? У меня просто Эверст. Тихо. Это там после... Престив, у меня 0. Эверс, и там, где Трейлс, кстати, Пэтс. Ничего себе. Ух ты. Я могу себя назвать, смотри, ничего себе. Смотри, Гупи, смотри, я теперь Гупи, Гупи Джампер. Джупи Джампер. На каком уже? Ты там! Все, 200, у меня 200. Я могу взять себе Трейлс. Скорости. Нет,
Нету. Понимаю. Понимаем. Во. Вот, смотри, теперь у меня, типа, вот смотри, скорость. Понимаешь? Да пошли вы знаете куда! А что мне делать, блин? Мне ничего не дают, как-то неинтересно. Да что за делать? Эти самые? Мне сейчас только что какой-то пользователь... Понимаю. Знаешь, еще один подписчик мой написал? Что? Сейчас пристановлюсь. О, прикольно, лайкнул и подписался на тебя. Я FNAF мульт сделал, стоит продолжать или нет? Знаешь, что как хвалят ютубера, а потом... Ну, его хвалят. Ты что, ой, какой крутой видос. Слушай, а ты можешь оценить мой видос? Заходишь, типа ты заходишь на канал, там смотришь видос, набираешь ему просмотров, лайков, типа комментариев, и я его продвигаю канал. Ну, что он столько комплиментов сделал, сказал, что ой, как ты круто снимаешь, продолжай дальше. А потом одолжение. Ну, можешь там посмотреть, у меня там новый видос вышел, оцени его. Понимаю. Понимаю. До свидания просто. Понимаю. Я тебя понял. Тут главное не торопиться. Тут аккуратненько надо. Аккуратненько. Я уже 211. Ты что, ты умер? У меня 110. Ну как так? Ну немножечко. Не хватило же допрыгать. О, я чуть не умер. Господи, чуть не умер. Как ты не ездил? Ты почему едешь? В смысле? Нет, тут платформа катается. 211 уровень был. Как? Я уже 215. А ты видела, там у меня видео по Майнкрафту вышло? Да, да. Видео по Майнкрафту! Майнкрафт, ура! Так, 214. 58%. О, следующий, это вроде 14 уровень. Ну, то есть, ну да, уровень. Смотри, тут везде теперь пропадает, и, ну, то есть, исчезает, и потом снова появляется. Как я не умер? Чё? Вы чё, ребята? Алло? Алло, как чё я не умер-то? Я ж прошёл. Понятно. Да понимаю, 119-й. Смотри, 220-й будет, как я понимаю, 60% пройдём. Ничего себе, вот это мы крутые. Вот это мы крутые, конечно. Так. Я так и знал, какой ты крысё. Да ё-моё! Быстрее. Понимаю. Какой я же всё же догадливый, а? Понимаю. Ура! Оно тут двигается, ну, в смысле, оно тут двигается, просто оно двигается, пропадает, что-то исчезает, все что происходит. Я не понимаю, почему я туда прыгну, скажите мне. Люди, скажите мне, почему я туда прыгну. Хорошо. Это реально сложные, смотри, сложные пошли с концом. Я теперь вообще на каждом уровне умираю. Вообще на каждом. Просто. Я типа прохожу каждый подряд. Я чуть... Я немножечко тупанул. Там можно, кстати, по два проходить. Понимаю. На каком? 127-м? На каком? Да. Место 124-м. Ну да, понимаю. Кстати, немножечко уже осталось, слушай. Немножечко, вообще немножечко.
Там 365 же чекпоинт. Понимаю. Понимаю. Просто домой, Вася. Домой. Да. Чекпоинт. Да, чекпоинт. О май гад. Господи, реально тут все пропадает. Все что-то видит. Вот я так и знал. У меня уже мало таких уровней, где пропадаются. У меня уже нормальные такие, типа... У меня уже, короче, не очень пропадают, типа... Ты поднялся на следующий уровень? Да. Ты серьезно? Я только сюда забрался. Нас... На ярус. А ты уже какой стоишь? А, сейчас, 230. Да почему ты в ту сторону доедешь? Я уже 240-й. За что мне это? О, может, бежи. Я знаю, что она тут поедет. А как я должен посчитать-то? А! Тихо, стой. Меня уже все бомбит. Бомбит. 163. Я не думал, что уровни так пойдут сложные. Прям такие сложные, что писят. Понимаю. Ой, блин, ё-моё. 234. Почему такие сложные разработчики? Вы за что нас... За что мы... Что вам сделали, разработчики? 250 уровень мне дадут задний. Ну, красный трейл. Ну, ничего не дает. Как бы, ну ладно. Ну почему мне ничего не дают, скажи, пожалуйста. Не знаю. 16-й. Я типа нажимаю, типа вот на награды, и у меня там ничего нет. Так у тебя зеленым, то есть 5 этих стейдж, 10, 15, 20. Меня пишет, ну, типа... Ну, понимаешь, я захожу на эти награды, у меня там ничего, по сути, нет. Так у тебя там же должно, типа, быть красный, оранжевый, желтый. У Трейлса 5, 10 уровней, 15. А у тебя просто выходит ошибка? У меня загрузка и все. В смысле загрузка? Как это загрузка? Там просто крутится загрузка и все. Ну, типа, лоадинг, типа, загрузка, да. Ну, извини, я ничем не могу помочь. Понимаю. Может, теперь зайти как-нибудь надо было? Ну, наверное, я уже, наверное, пройду уже на вообще игру. Ну да, да, да. Кстати, ты какой стейдж? 241. 253! А, ну немножечко. Я думал, блин, у меня 200 там... Какой-то там у тебя уже, блин, 50. Сколько? Понимаешь. А ты поднялся на еще выше? Да. Я вижу тебя! Здорово! Hello, my brother. Ты чего так далеко-то уехал-то? Не знаю. Так по фану, по приколу. Так по фану, по приколу, просто ушел. Ну а что я могу сделать? Да. Я просто ушел. За хлебом. А. Тихо. Я тороплюсь. Ты уже на том стейдже, вы ты чего? Ты кто такой вообще? Ты кофер, ты кто нафиг такое? Ты Рома. Пофер 228. Пофер 228? Да. Пофер, да. А кто такой знакомое имя Пофер 228? Да. А я думаю, откуда это имя, действительно? Откуда это имя Пофер 228? Понимаю. Я уже... Я короче, еще выше, ну, уже... Ты уже на следующий ярус пошел? Да. Помогите.
каким я человеком вообще играю? Что это за человек такой? Меня просто везет. Я просто везет. Человек, которого просто везет. Наш, по крайней мере, это не тот левел, который уже был два раза. Вот этот, что... на котором я застрял был. Они издеваются надо мной. Да! А ты какой проходишь сейчас? 150-й левел. 160! Ты на 20 уровней от меня ушел! Теперь я вообще ни на что не надеюсь, что ты меня обгонишь. Уже на 20, да. Я вообще ни на что не надеюсь, если так. Это не, мне кажется, возможно, ты еще догонишь меня. Возможно. Я смотрю, еще столько уровней мне еще до следующего этого, до следующей верхушки. А ты уже ее прошел. Ну, сейчас что там, типа? Что там именно в этом лавале? Ну, вот ты сейчас проходишь этот левел, а что там именно такого? Стой, подожди, ты помнишь, где я тебе там махал? Привет, Рома, ты всё так далеко. Да. Я там. А. Понимаю. Я не понимаю, как ты это проходишь. Не надо было тебя ждать. Я не знал, с каким человеком я вообще имею в виду. Я просто помню то, как ты проходил Кар Оби, блин, с таким трудом, я тебя ждал прям, ну... Типа управление было вот это фиговое, типа как из-за человечка такое самое, типа ползунок был такой. Да. Ну черт возьми, ну как? Да слушай, получается, что на телефоне легче проходить Оби, чем на компьютере, крутяк! У-ху! Ну, по крайней мере, это, наверное, да. Я просто всегда на телефоне проходил, мне всегда легче казалось. То есть, когда я пересел на компьютер, мне как-то... Чё? Как тут вообще играть? Как тут вообще проходить обе на компьютере? А теперь вроде бы нормально. Хорошо. Есть, конечно, оплошности какие-то. Слушай, стоп. 280-й, у меня 264-й. Понимаю! Я тебе тоже об этом говорю! Разработчики, а вы случайно не добавили тот же уровень, который Рома всегда стопился? Еще? Нет. Что? Надеюсь, его уже не будет. А я надеюсь, что будет. Потому что я знаю, что ты застрянешь. Но это не точно. А че он проваливается? Понимаю. Я на том уровне, где проваливаются вот эти платформы. Больше подобрался, типа, ну, еще, ну, типа, я уже не помню, какой это по счету. Да куда ты лезешь? Куда ты лезешь, Рома? Ну, блин. Это уже по счету, типа. Да просто я не знаю, куда ты лезешь. Тебя никто не просит, но ты лезешь. Это, типа, 16-й или какой там уже? У меня какой уровень? Не, ну типа какой это уже этаж, типа, ну. Типа. Ну я на 17-й, то есть на 17-й забрался. Понятно, значит я 18-й. Угу. То есть где там, типа, красная лава и Америка. Ну тут белый, синий, красный, типа. Да, я уже это прошел. Ну реально тут американские ту. А, ну да, звездочки тут американские. Тут вообще никого нет, кстати, ты самый крутой. Я тебе так скажу. Понимаю. Вот видишь, даже Айрон, блин, проходит с таким трудом. Понимаю. Да, ну блин, я-то откуда знал, что эти, блин, будут спауниться? Тихо. Ладно. О, тут это, я поднимаюсь за мной... Ну, пропадают эти штучки. Когда я тебя закрыть хотел. Да. 290. Ё-моё, да ты туда даже уже зашёл. Мне ещё... Вот, всё, понимаю. Я на 18-м, по идее. Но я забрался, типа, да, наверное, на 19-м уже. Ну, может, я... Ты уже где бассейн, типа, такой? Какой бассейн?
Уже типа такая карта бассейна, типа. Не-не-не-не-не, я говорю, знаешь про что? Ну я же забрался, там же внизу были чекпоинты, я же забрался вверх. Ну, получается, типа, я, ну, левел ап сделал большой. Я наверх забрался. Значит, ты на 19-м, по идее. На 19-й платформе. Я просто считал, именно если прям на новую локацию переходить, то я не знаю, сколько там именно локаций. А вот не, большая. Да что ж такое-то? Да что ж такое? Реально, блин, Америка какая-то. Фу, блин, вот это 298-й, ну, сложно немного. Ну, это хорошо. Это хорошо, что он сложный. Боже, прочел его. О, я чисто тут по человечкам хожу. Так. 280-й! Ура! Ура! 300-й! Посмотрите, кто меня. Ты понимаешь, нас отделяет 20 уровней! 20! Ты чё себе? О, все. А? Всё. 21 уровень. 22 уровня! 23 уровня. А, не 28. 23 уровня уже все. Понимаю! А ты только что упал? Да. А, ну понимаю. Ты там чисто пролетел. Ура! Да, пожалуйста. Ну не! Ладно, понимаю. Понимаю, я почти забрался на 19-й главу. Ой, Америка это. Вперед, давай! Пожалуйста, я уже устал. Ура! Я не до Америки. О, теперь бассейн реально. Вот, ты в бассейне? Так, я где бассейн? Я вижу, ты опять собираешься, я только залез сюда. Ну не оставляй меня тут. Короче, на следующем можно. Я понимаю, я видел, как твоя жопка забиралась наверх. Понимаю. Ой, я хочу вот свернуть эту игру и послать эту игру, знаешь, на три слова. Уже похожие эти, ну, типа, уже очень похожий уровень, то есть, как это сказать? Какой? Очень похожий на тех, которые я застрял был тогда, типа. А что ж, это хорошо. Мне 287-й. Так, надо быстрее посмотреть, сколько мы проходим уже этот левел. 23 минуты! Интересно, мы вообще пройдем? Ну, вообще пройдем, должны пройти. Пройду точно, думаю, наверное. Возможно, ну, типа, возможно, и нет. Слушай, да. Интересно, нам какую-то ачивку дадут, типа, прошли обе, или, не знаю, там будут карусельки, там, трейлс, ты можешь полетать по всей карте. Мне вообще ничего не дают, как бы, ну, ладно. Не трейлс, а, типа, ты сможешь летать по всей карте. Возможно. Наверное, не знаю. Ну, та площадка всегда делаю. Ой, забрался. А, спустился. Я на горке, короче. Тут горка была. Понимаю. Ты понял? Помнишь, наверное, как ты проходил эту горку? Да. Я чисто тут скатился, блин. Залетел тут. О, арбузики. Hello. Ай, блин, косточки убивают. Понимаю. А ты какой левел? 294-й. Я прошел. 293-й были арбузики. Понимаю. 295-й. Да ё-моё! Сколько? 25 уровней нас отделяет, ты понимаешь? Блин, здесь 320-й очень сложный. Я понимаю, но... Интересно, вот я сейчас забираюсь, я сейчас буду забираться наверх. Интересно, а если... А, стоп. Ух ты. Ты чё? Ты чё за пещера? Пещера! Господи, я в пещере какой-то катаюсь. Был. Я уже там был, понимаю. Логично, Рома. В принципе, я не удивлен. А, я думал...
Блин. Почему? Это как бы все еще бассейн, если что. Понимаю, я забираюсь. 299-й, давай. 300-й я получу какой-то трейл опять. Ничего не получил, как бы, ну ладно. Я даже за 100-й не получил ничего, ну ладно. Там за 150, за 200. Я когда увидела это, у меня уже было 150. 300! Ну ладно. У-у-у! Конечно, есть такая... О, флауэрс, цветочки. Офигенный трейл. Спасибо большое, но я лучше уже назад вот это. Мне он больше нравится, он как-то мне больше по душе. Это трейл. Цветочки. Зря копил, так сказать. Так, где эта жопа, этот, Рома? Куда ты ушел, скажи ты мне? Понимаем. 325. 83%. Сколько у тебя процентов? 89. Понимаю, понимаю. 5% нас отделяет просто. Ну, слушай, я сейчас поднимусь. Я к тебе сейчас поднимусь. Я нам типа поднимусь, ну ладно. Опять? Только не говори, если я сейчас заберусь на этот левел, я увижу, как ты собираешься на следующий. Уже близко, ну еще немножко. Слушай, я тебя не вижу. Ты где? Не знаю. Я спрятался. Скажи, когда ты будешь забираться. Я просто хочу очень посмотреть, как Рома собирается на следующую левел. Без меня. А ты меня не видишь? Я увижу, но просто я не знаю, когда ты заберешься. Может, сейчас прям. Я же не могу мониторить каждую секунду, как где ты там. Понимаю. А, тут перепрыгивать надо. Оп. Оп. 113-й, 114-й. Так. Понимаю. Так. Оп. Слушай, это я 20-й уже? А, не, 21-й, там я еще забирался же. 21-й уже, Ярус, ничего себе. А ты какой уже? У меня уже 316-й уровень. Мне 336-й. Да ты читер! Я это уже понял, Рома, это ты читер. Да, я типа скачал читы. Из Google, из Play Market. Читы на Roblox. Да. Нет, читы на, ну, типа, типа, как сказать, бесплатный Роблокс. Роблокс, читы. Ах, вы ж крысы. Подожди, а тут, типа, появляется? Нет, нифига не появляется. А, понимаю. Понимаю. А, стоп. Оно не двигается? Раз. Понимаю. А, меня просто откидывает, типа, назад. Я понял. Сложный уровень. 320-й. А, вот в каком ты что-то встрял. Я понял тебя. Я тебя понял. А, косава. Ура, со второго раза прошел. Видишь? Со второго раза. Я уже на новую локацию. Стой, стой, я хочу посмотреть на тебя. Я уже собрался. Спасибо, я не смог насладиться, как ты забираешься на следующую локацию. Понимаю. 88. 88%. Ура. Понимаю. А чё я в бок-то иду? Блин, тупой. Дебил. А как я должен бок? В смысле? А как 324 пройти? Ну, я не помню, какой уже. А что там именно? Что там именно? Просто прозрачные платформы. А, стоп. А, их выбирать надо, все, я понял. Их надо выбирать. Я уже забыл какой-то. Ну, ладно. Ну, я главное, что понял. А, да, это тоже прозрачное. А, понял. Не понял, а какого черта она же была прозрачная? Ну, ладно. Так, на удачу. Да! Понимаю. До свидания, молодой. Просто до свидания. 324. Гобли джампер. Чё себе? 90%, понимаешь?
У меня уже 96%. Сколько? Да ты прошел уже карту почти. Ну да. Мы так не договаривались, слушай, Рома. Мы так не договаривались. А нормально, что у меня чисто тут должны были вертеться, но они не вертятся. Да. Блин. 330-й! Кстати, я нашел. У меня 90-й уровень. То есть, фу, этот процент. 90%. Ой, слушай, блин, а ты не говори, что там в конце. Хорошо, но будешь проходить 353-й. Чё там? Хотя он не такой уже и сложный. А ты пройдешь. Ты пройдешь. Я уже прошел его. Не-не, ты типа мне говоришь, ну ты пройдешь. Без моей помощи. Топ! Да. Ты бы был прозрачный! Вы че? Офигели, разработчики! Я уже орать не могу. Меня уже просто бесит эта карта. Меня уже тошнит от нее. У меня уже все в поту. Господи, что за сердечки? Что тут происходит, а? Помогите. Он типа до меня, ну типа до этой, до 22-й этажа, типа, ну. Ну слушай, ну не так уж и далеко, в принципе, но еще нормально идти, в принципе. Понимаю. У меня 338 уровень. 339 уровень. Слушай, вот реально начали уровни прям сложные идти. То есть вначале я реально тебя мог бы, ну, на компьютере у нас были равные силы, а на телефоне, как я понимаю, легче проходить вот эти все левелы. Возможно, только... Просто я потею, у меня уже пальчик на W задолбался нажимать. Ура! Ну, понимаешь, как бы, ну, может быть, ну, типа, легче на телефоне, но здесь кнопка прыжка залипает. Ну вот, она, вот в чем бы... проблема телефонов, так это в этом. А так вообще, если без этой проблемы, то вообще шикарно было. А, это не ты? О, я тебя вижу. А кто еще может быть в самом начале? А, ты уже почти собрался. Ну, Ром, я тебя поздравляю, красавчик. Понимаю. Это, блин, сколько у тебя процентов? 98,9. Понимаю. Я просто понимаю. У меня других слов просто нет. Уже 99,1, типа, ну ладно. Все, походу, это последний у тебя чекпоинт. А, 365 чекпоинтов. Все, у тебя осталось 2 чекпоинта. Один чекпоинт! Рома, ты почти прошел обе! Капец. Ура! Давай, ну, и когда? 365! Ты вошел обе! Красава! За 33 минуты! Прошлая серия была на 37 минут, 33 минуты. То есть ты прошел это обе за час и 10 минут. За час 10 минут ты прошел обе. Ничего себе! Вау, круто! Ура! Круто! А я на 351-м, 352-м, у меня 96%. Смотри, сейчас я тебе покажу. Ты не говори, что там... не выходи только. Надеюсь, на это ты не выйдешь. Как? 353-й-то как пройти? Тут маленькие балочки. Смотри, что я могу делать. Я же тебе говорил, можно, наверное, летать будет. Вот это взять... Нет, я не лечу, я типа вот... Спаунишь эти платформы? Эти полет, да. Ну, я же тебе говорил, ну ты не летишь, но ты... Ну, для меня ты летишь, у тебя нет никаких портфолов. Ты просто вот летаешь, как ненормальный. А, понимаю. Можешь, типа, лететь. А почему-то у меня, типа, все равно 99,7. Хотя я уже вот до финиша дошел. Не знаю. Да. Ну, в принципе, ты прошел же обе. Там же до конца. Или там чекпоинт есть. Нет, здесь еще один уровень. Я просто не увидел. Я просто прошел обе и все, не увидел уровень. Кстати, мужик, который... 98%! 98! Это крат. Там следующий мужик на третьем месте
242 у него уровня пройдено. Я почти прошел! Господи, пожалуйста! Можно пройтись! Пожалуйста! Как? Не пойму. Да блин. У меня 98% и 9. То есть, мне, ну, 99. У меня 99%, господи. Роба, я почти прошел. Господи, я так рад. Понимаю. Тихо, тихо. Я знала то, что ты поедешь. Да! Я почти! 363. Понимаю. Хорошо! Ура. 364 уровень. Я не знаю, что дальше делать, как бы здесь. Ну ладно. Стой, подожди ты меня, подожди. 365! 99,7%! Типа мы прошли. А где последний чекпоинт? То есть я уже здесь прошел, смотри. Куда пошел? Понимаю. Куда я полетел? Возьми лед. Понятно. Так, ну это не лед, вот. Смотри, Рома, я теперь фиолетовый. Ты видишь, фиолетовый. Но все равно там нету, типа, ну, как бы конца. Я не понимаю, почему. О, все, я просто взял лед. Смотри, прыгай на парашюте и просто прыгай и лед ставишь. Ну я вот, видишь, я иду. И чё? Сюда, типа? Или куда? Да, вроде как уже всё. Больше нету. Ну, 365 у меня всё ещё, я не могу взять чекпоинт. Так, а может это? 365, всё. Я уже здесь был, типа. Ну, а как взять? У тебя 100%? Нет, у меня 99,7. Типа, это всё. Ну, а чё ты меня, я думал, сейчас 100% будет. 366. Так. Это слушай, максимум. А? Это типа максимум, я понял. Mm-hmm. Ну, сколько я понял, это максимум. Все, я понял. Ладно, прилетай сюда, иди сюда. А, ты зеленый, смотри, а я фиолетовый. Анима. Ты шарак. Ладно, всем спасибо за просмотр, что смотрели этот ролик. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, а с вами был Iron Run и Роман. И всем... Пока. Пока.